Согласно внесенным в закон изменениям, в Краснодарском крае запрещено содержать домашних питомцев на лоджиях и балконах, лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях. В транспортных средствах собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, а кошки в специальных контейнерах. Владельцам питомцев необходимо обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного. Не допускается оставление домашних животных без еды и воды, без присмотра. Ветеринарный паспорт животного в новой редакции закона заменен на паспорт. Если владелец по каким-то причинам решил отказаться от питомца, он должен передать его новому владельцу или в приют для животных.